Что-то на бюджетном на все случаи жизни. Под бюджетные тени подложка нужна всегда. Берем консилер за 300. Совершенно бесплатно тушуем его пальчиком. Revolution за 450, а на Асосе на сотку дешевле. Берем светлый персиковый пушистой кистью и пофигистическими движениями в складку века тушуем. Оттеночком потемнее слегка все дублируем. Коричневенький неплотно во внешний уголочек и уводим в складочку. Берем любую сияшку легкими движениями на центр века. Рисуем стрелки лайнером за 350. И совершенно не стоит волноваться, если ваши руки растут из жопы. У меня, например, из нее растет голова. Донорские ресницы воруем у недругов или заказываем на Алике. Прическа для глазных усов гелем за сотку. Пробелы на бровях заполняем теми же тенями. Нежели богато, нихер начинать, да? Это все шутеечки. Этим видео я хочу до вас донести, что хороший макияж – это не обязательно дорого. И нет совершенно никакой нужды докупать себе кучу косметики для того, чтобы полностью накраситься. Все продукты абсолютно универсальны и взаимозаменяемы. Думаете, мы закончили с этой палеткой? Ничего подобного. Мы и будем контурироваться. Вы хоть представляете, сколько я вам денег сейчас сэкономила? И это тоже еще не все. У нас здесь есть румяна. Боже, какое качество за 450 рублей. Ой, где же взять хайлайтер? Наверное, отдельно покупать придется. Сейчас! Ну, для губ уже придется взять что-то другое. Поэтому я их полностью закрашиваю карандашиком от NYX. Можно, конечно, еще помадой сверху закрепить, но это уже что-то на богатом. Ляка как раля, просто в пир, в мир и в добрые люди, ну. Так что, девы мои, макияж это недорого, несложно и даже не больно. Пользуйтесь макияжем, он смывается.